Всем привет! Шутяра, как всегда, с вами. Да, я знаю, что много дней не было видео. Но, извините, были дела. Ну, а вот видео вышло, пока у меня появилось небольшое время. Ну что ж, сегодня мы будем замедлять зомби разными способами. И будем считать на секундомере, сколько же надо зомби, чтобы пройти две клетки. Сначала хочу вам сказать, чтобы вы набрали 1000 просмотров под этим видео, и тогда выходит новое видео. Пока что это не будет вторая часть Олимпиады, а это будет кое-какое другое видео. Ну что ж, поехали. Если мы говорим о замедлении, то сразу же на ум приходит замораживание зомби. Сначала я буду использовать снежки, ведь если их направить не на ту линию, по которой идет зомби, то урон будет наноситься очень-при-очень маленький. Но для начала мы должны узнать, за сколько же обычный базовый зомби с обычной скоростью дойдет до колючек. Зомби с обычной скоростью за 13 секунд проходит 2 клетки. Но сколько ему надо времени, чтобы пройти то же расстояние, только под замедлением снежков? Дальше мы испытаем Георгину, способностью замедлять зомби. Также мы прибавим еще замораживание от снежков. Сейчас я прокачал все растения на максимальный 200-й мастер уровень. Также я воспользовался Целителем из Римы, потому что он имеет очень медленную скорость в игре. Но это не только этот зомби имеет такую скорость, также имеет зомби с осьминогами и зомби с маг. Я тут использую Живица-кидальщика, ведь его снаряды тоже замедляют зомби. Та же самая механика, только с Гергаин. А в этом отрывке произошла какая-то магия. Вы скажете, тут ничего не изменилось, но я просто стал накидывать снежки. Но именно в этом отрывке зомби прошел куда быстрее прошлого отрывка. Хотя я здесь накидывал снежки, а это означает, что зомби, который тот же самый накидывался только снежками, стал идти куда быстрее, чем прошлый зомби, там где я не кидал его снежками. Какая-то очень странная магия. Ну вот и конец нашего видео. Видео получилось небольшое, но очень интересное. Теперь вы увидели, как мы просто с 13 секунд добрались до отметки 1 минуты и 2 секунды.
И в итоге мы узнали, что оказывается снежки немножко ускоряют зомби, а не замедляют. Или же это какой-то баг? Ответа у меня на этот вопрос нету.